открытое и что-то старое, как поле боя старое какое-то. Угу. Ну, может, это и было ошибкой. Потому Может. что там как бы тоньше было до середины кристалла, и поэтому он взорвался. Может. Но не хотели на землю, на ту, где жили люди, чтобы не нести. портить, да. Да, потому что вот эта часть, это все, что осталось. Угу. Для жизни она была бы непригодна, если бы и та еще была, где бы тогда жили. Угу. Перекопанные на километры вглубь. Я просто, мне было интересно, где мы с тобой вместе были на берегу океана. И вот я вчера подумала, где же мы могли быть-то вместе? Это же не фантазия, это не мечта на когда-то, что из будущего. Это воспоминание четкое. И вот как начало идти, тюх-тюх-тюх, ну мы там не загорали, мы там просто шли и разговаривали очень много. Вот именно на берегу моря мы разговаривали очень-очень много. Как информация какая-то шла через меня, потому что я была пришлая и была как тот, кто связь со Вселенной держала. А ты был пришлый, и ты был как глава этого клана. И мы очень много разговаривали вот на берегу этого океана. Мы просто ходили. Я не могу сказать, что по-другому, может, тоже что-то было. Но то, что мне запомнилось, это разговоры, вот эти прогулки, ветер сильный-сильный, дует так в лицо прям ветер, волосы вот разлетаются, и вот эти вот прогулки. Вот это я запомнила. Одежда такая белая и прям как холщевая, и она вот так, знаешь, на ветру так очень-очень. Я думаю, блин, ну это юбки же... чуть выше колен, да, и ты носатая. О! Ну так. Я красивая. Красивая, красивая, но носатая. Я тоже. Ладно. И я просто помню, вот знаешь, вот настолько вот запомнила, вот я думаю, нет, это не картина, это не мечты мои, это не фантазии мои, это откуда-то картинка. Не боюсь туда погружаться. Бой, как мозг сгорел, я чувствую, нужно, чтобы вспомнить, нужно через этот сгоревший мозг, это больно. Пройти Не, вот. Не, да, глубже что-то. Не хочу. Нафиг. Хватит уже. У меня же любое воспоминание через боль и смерть. Ну, ладно. Если бы не пришествие этой твари, которая там очередной проект Роя хотела сделать. Милейшая была бы планетка на пожить. Да. Милейшая. Тем более оба пришли, встретились, уже можно было общаться, коммуницировать. Угу. Это же класс. И там погоды можно было регулировать. То есть погода своя была. Ну как? Через кристалл все. Там все через кристалл. Прикольно. Как магия этого квантовая через цифры, но компьютеров и не нужно было. Просто как-то вот обмен информацией напрямую. Да, с головы это все шло. Угу. Это именно квантовый уровень, как уже слишком-слишком высокий уровень развития общества, Ну, и это уже наша как... вселенная, да. Да, это наша вселенная, это эта вселенная. Космос не вышли. Ну, незачем. Зачем лететь, когда вот душа может переселиться куда надо? Зачем? Да, в принципе, везде. Вот посмотри сейчас по вселенной. Все так думают. Зачем строить какую-то херню, тела тащить, когда можно просто родиться в другом месте? Собственно, никто почти не заморачивается. Да. Все корабли строятся именно теми людьми, которые думают, что смерть — это конец. Ну, сейчас А пытаются, если, да. Да. А если знаешь, что смерть — это, ну, продолжение всего лишь, это новый Угу. этап, страница другая, зачем что-то строить? Ну да.
там было в районе 33-37 лет, где-то такой возраст. Постарше. Ну, так что не совсем. Не важно, да. Да, не совсем юный, а вот такой вот период. Угу. Уже что-то успел. Фрукты похожие на манго. Балакнистые такие. Зеленые сопли. Угу. Как нос альфа. Когда зрелые падают, так чпок, как коричневым становится. И так шмяк. И все. Там разбиваются. Угу. Такие. Это почему-то помню. Все технические детали не имеют значения, потому что там планета была другая, там все как-то в этом поле делалось. Все иначе. Как у нас допотопная цивилизация, все это энергией и вибрациями. Мне интересно, вот эти как лодки, какие плавали по земле. Вот это прикольно. Они тут тоже в другом поле просто, как вне пространства. Просто вот. Как пронизывали, да. Чуть изменялись вибрации. И все. Очень быстро в другом месте. Ну, реально, как лодки в пространстве плыли. Как второй из кого-то успел заслать. Одного-двух. Чтобы все это увидеть. Кто-то из пришлых. А послала душу. Из жопа вытащила и послала. Да, кто-то из пришлых. Наблюдать просто. Вот, достаточно.